Сначала попробуем представить его таким, каким видели его друзья. Сильный, усталый человек склонился над раскрытой книгой. Лоб упрямо нахмурен, света мало, трубка погасла. Это 1872 год. Давно написана «Дама в зеленом» или «Камилла», о которой Золя скажет. Я уже закончил хождение по пустым и холодным залам, как вдруг заметил молодую женщину, которая, волоча за собой длинный шлейф, идет к стене, будто в ней есть проход. Художник пережил непрочный успех и стойкое отчаяние. Пытался покончить с неудачами и с собой, бросившись в реку. Нашел поддержку друга и в войне потерял этого друга. Это 1872 год. Война окончена, разгромлена коммуна. Не сломленный, не покорившийся Курбе посажен в тюрьму. Париж затаился. Париж чужой. В ту зиму Клод Моне поселился в Аржантье, в старом деревянном доме. Рядом сено и мост через сено. Аржантье – маленький городок, не на всякой карте найдешь его. Но мы знаем о нем не по карте, а по картинам, паруса в Аржантье. Старый деревянный дом стоит в маленьком саду. Здесь живут вместе с художником его Камилла и их сын. Сюда приехали друзья – Ренуар и Сеслей. Состояние Моне переменчиво. В нем ожидание счастья и гаснущая надежда. И работа, работа, работа. Таким увидел его Ренуар, старый товарищ, долгие годы деливший с Моне и веру в успех, и мглу невезения, чечевичную похлебку, когда бокалейщик платил за свой портрет натурой, и индейку с трюфелями, когда Моне удавалось раздобыть приглашение на обед. Но вот и другой портрет. Неподвижная лодка на неподвижной реке. Свет ярок и неустойчив. Художник за мольбертом. Не только взгляд, но и фигура его скованы напряжением, состязание с ускользающим светом. В глубине лодки – Камилла, лицо ее прекрасно и печально. Это 1874 год, год первой выставки импрессионистов, той самой выставки, в каталоге которой Клод Моне числился под номером 98. Дорого стоило Клоду Моне и его друзьям это впечатление и этот восход солнца. Обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж, сострил один парижский журналист. И остался в истории, но мы не будем называть его имени. История еще не стала историей, а была жизнью. И каждое слово было комком грязи или камнем, или пулей. Каждое слово уничтожало, калечило, убивало. Выставка независимых художников, о которой они все так мечтали, провалилась. Публике хотелось возвышенного, а ей предлагали впечатления. Лодки, покидающие порт. Дом, повешенного в Увере. Эскизы с прачками. Публике хотелось покоя и самодовольной уверенности в том, что в толпе они едины и монолитны. А бульвар Капуцинок говорил им, что в толпе они разобщены, безлики и одиноки. Клод Моне предлагал принять участие в выставке Эдуарду Моне. Тот был старше, раньше начал выставляться. Он думал, что стоит на пороге официального признания и что все еще впереди. Моне отказался. Когда выставка провалилась, Клод Моне уехал в Аржантье. Моне последовал за ним. Его отношения к Моне были сложными. Вначале их путали из-за сходства фамилий, и Моне это раздражало. До войны он был душой большого кружка единомышленников, собиравшихся в кафе Гербуа. Он много знал, твердо верил в свой путь и умел говорить страстно и убежденно. Моне споры слушал внимательно, но вынашивал свои убеждения молча. За него говорили картины. И однажды Моне не выдержал. А какова у него вода? Это же Рафаэль воды. Он чувствует все ее движение, всю ее глубину. Все изменения и разные часы дня. Летом 1874 года Эдуард Моне написал портрет Клода Моне в лодке за мольбертом. В глубине лодки – Камилла. Уже написаны паруса в Аржантюе, и мост, и дорога, и сток сена. Написано и вот это горькое письмо. С позавчерашнего дня у меня нет ни одного су. А в кредит больше не дают ни у мясника, ни у булочника. Хотя я и верю в будущее,
Но, как видите, мое настоящее очень тяжело. Не сможете ли вы срочно выслать мне 20 франков? Он проживает долгую жизнь. Еще при жизни Моне будут платить тысячи, десятки тысяч франков за его картины, которые уже написаны, которые он пишет, которые будут написаны. Но пока предстоит вторая выставка импрессионистов. Репортаж о ее открытии «Парижская газета» начнет такими словами. «Вчера на улице Лепелетье арестовали какого-то бродягу, который после посещения выставки начал кусать прохожих». Моне работает одержим, неистово. Его отчаянная вера зажигает друзей. Он придумывает и пишет невероятную серию полотен вокруг Сен-Лазар, десятки других картин, и среди них прелестную даму с зонтиком, портрет Камилла Моне с сыном Жаном. Потом родился Мишель. Моне написал письмо. «Не можете ли вы мне помочь? У нас в доме нет ни одного су. Хотя бы, чтобы мы могли разжечь огонь в очаге. В довершении всего, жена моя нездорова и нуждается в уходе. Она, как вы, вероятно, знаете, родила мне прекрасного мальчишку. Не можете ли вы одолжить мне 2-3 луидора? Или хотя бы один? Я пробегал вчера весь день, но не смог добыть ни сантима. Это было давно, более 100 лет назад, но читать это письмо жутко. Это было давно. Камилла умерла, угасла в 1879. Но она осталась та женщина, которая, волоча за собой длинный шлейф, идет к стене, будто в ней есть проход. Был 1880 год. Клоду Моне 40 лет. Он не принимает участие в очередной выставке импрессионистов. Но он слишком долго боролся, чтобы изменить себе. Они пришли не из небытия и уже не уйдут в небытие. Французский реализм был источником их силы и веры. Моне всю жизнь не любил теорий, но теория импрессионизма существовала. Она выросла из полотен и в меньшей части из споров их авторов. Они работали, а те, кто научился смотреть их картины, рассуждали о теории разложения тонов, изучали технику нанесения мазка, исследовали палитру. Все так просто, если бы дело было только в технике. Но это не перечень красок, сочетания которых на холсте и сегодня дают нам радость. Это скорбный список невозвратимых потерь, зашифрованная летопись утрат, горькая тайнопись. Может, это не фиолетовый кобальт, а смерть Камиллы. Это не желтый кадмий, а одиночество Сеслея. Это не свинцовые белила, а переставшие видеть глаза Дега. Это не вермильон, а смертельно уставшие руки Ренуара. Необходимо мужество быть первым у дел отважных и самозабвенных. Можно забыть себя, но как забыть печаль родных и страдания близких? Нужна убежденность в своей правоте и своей обязанности идти этим трудным путем, утверждая в живописи реальность мира и сталкиваясь с этой реальностью каждый день лицом к лицу. Импрессионисты заговорили на новом языке, но они верили, что их поймут, потому что говорили они не на искусственном языке, чужом для всех. Их речь была живая речь, которой говорила природа. Они вернули цвету его полнозвучность и силу. Они хотели увидеть мир таким, как он есть. Они увидели его по-своему. До признания было еще очень далеко. Продолжались нападки, не утихало злословие. Начинались дискуссии, но Моне никогда не любил болтовни. Он работал. «Я стою по горло в снегу. Я начал серию полотен. Но боюсь только, что погода изменится, и поэтому работаю много и быстро. Я мучаюсь, чтобы сделать хорошо. Правда, я ведь всегда недоволен и порчу себе кровь. День за днем, год за годом, приближалось лето 1890-го, и приближались стога. Несколько лет назад Клод Моне поселился в Живерни. Там был большой дом и большой сад. Пахло спелой травой. В низине выросли два стога, обычные стога на обычном лугу.
Однажды вечером Манет сделал набросок, но солнце уходило. Тени меняли свои очертания, свою форму, свой цвет. И возникла новая цветовая мелодия. Еще холст, еще и еще. И началась эта бесконечная погоня за солнцем. Вечная попытка желания удержать чудо света. Манет писал и безжалостно браковал холсты. Соскабливал с них краску. Яростно резал их на куски шпателем, как тесаком. Бесконечные звенья, бесконечные цепи изменений. Небо погасло. Возникли желтые купола стогов. Но это не картина, на которой нет солнца. Это картина, из которой солнце ушло. Это мгновение настоящего, в котором сохранилась память о прошлом. Серое поле, два серых стога, пылающее оранжево-желтое небо. Бесконечное состязание. Состязание, в котором можно проиграть, но нельзя сдаться. Состязание, в котором нельзя проиграть. И все зрелое искусство 50-летнего мастера, беспощадная уверенность руки, изощренность техники, зоркость глаза. Ради этих двух обыкновенных стогов на обыкновенном лугу. Стога были выставлены осенью 1891 года. 15 вариантов. Так начались большие серии Моне. Тополя, собор, нимфеи. Все это осталось нам, вся доступная и недоступная красота мира. Были ли они счастливы? Думали ли о нас? Моне умер, не зная, что Олимпия украсит Лувр. Этого добьется Моне. Сислей умер в нищете. Ослепший Дега бесцельно бродил по Парижу. У него была богатейшая коллекция картин, но он уже не мог их увидеть. Ренуар был известен всему миру, но весь мир не мог помочь Ренуару. Его разбил паралич. «Самые вкусные бифштексы становятся доступны, когда уже нет зубов», — любил говаривать Ренуар. Рядом с ним вырастали молодые. Они считали импрессионистов своими учителями. Но учителя глядели на учеников с недоумением. Они отдали кисти все, что имели. И молодые, бунтуя, уходили вперед. Сгорали, как сёра, в 31 год. Создавали новое искусство и умирали, озлобляясь от непонимания, как Гоген. Угасали на пороге славы, как Модельяне. Клод Моне пережил их всех, и этих молодых, и художников своего круга. Он прожил долгую жизнь и умер в конце 1926 года. При нем прославились Матисс, Пикассо, Брак и Леже. Моне был знаменит, его картины продавали и перекупали. Их пытались подделывать. Импрессионизм уже снова начали топтать, только теперь как классическое наследие. А Моне продолжил экспериментировать, продолжил искать. Я был верен себе. Сегодня, более чем когда-либо, я вижу, насколько противоестественен тот незаслуженный успех, который выпал на мою долю. Я всегда стремился достигнуть лучшего, но возраст и неудачи истощили мои силы. Не сомневаюсь, что вы найдете мои полотна несовершенными. Я знаю, что когда я их выставлю, они принесут мне большой успех, но мне это безразлично, поскольку сам я считаю их плохими. Мир двигался, мир менялся. И он хотел постичь этого в этом неостановимом движении.